Еженедельное совещание главы Одинцовского района на этот раз прошло в режиме видеоконференц-связи, что позволило всем руководителям поселений присутствовать на мероприятии, а время на поездку в районную администрацию тратить не пришлось. На повестке дня промежуточные итоги работ по комплексному благоустройству дворов на территории Одинцовского района. В планах на 2016 год привести в порядок 43 дворовые территории. В поле зрения сотрудников коммунальных служб – детские площадки и парковки, освещение и озеленение, информационные стенды и площадки ТБО. Есть так называемый седьмой элемент, который пока не является обязательным, но очень рекомендованный. Это рассмотреть возможность оснащения детских игровых площадок системами видеонаблюдения, так как это влияет на безопасность жителей и на криминогенную обстановку. Все запланированные работы необходимо закончить к 1 сентября, напомнил главам поселений Андрей Иванов. По состоянию на 1 августа полностью благоустроены два двора. В Заречье, Лесном городке, Новоивановском, Горках, Вторых, Жаворонках, в Захарово и Чистцах работы выполнены более чем на 70%. Прошу вас не снижать темп и держать на личном контроле все дворовые территории. И, безусловно, мы хотели бы уже в августе этого года анонсировать на 2017-2018 год следующие дворы, которые будут в нашей программе и попадут в благоустройство будущего периода. На совещании было отмечено, что до 31 октября приемка выполненных работ должна быть проконтролирована общественностью.